Добрый вечер, в эфире «Подробности», с вами Айшат Ибрагимова. В день рождения Актубе в городе царила по-настоящему праздничная атмосфера. Организаторы праздника в этом году постарались на славу. Актюбинцы смогли не только насладиться музыкой и яркими танцами, но и принять участие в спортивных состязаниях. В нашем городе спорт активно развивается, и среди желающих испытать свои силы в таких новых для нашего города видах спорта, как кроссфит и армлифтинг, были как парни, так и девушки. Мы хотели бы подарить нашему городу два новых вида спорта, которые до сих пор не проводились в нашем городе. Это кроссфит и армлифтинг. То есть первый вид собирает все виды, то есть многие виды олимпийские и неолимпийские. То есть как легкая атлетика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт в единое. То есть развивает силу, силовую выносливость, координацию, то есть, в общем, все те качества, которые пригождаются в жизни. Ну, армлифтинг – это сила хвата, проверяет силу хвата. То есть один из наиболее таких популярных сейчас видов спорта, то есть набирает обороты, поэтому мы решили его и в нашем городе представить. Выступления спортсменов были зрелищными. По реакции зрителей было заметно, что они получили мощный заряд энергии могучих спортсменов. Радует тот факт, что интерес к спорту в нашем городе растет с каждым годом. Пришел принять участие в соревнованиях по армлифтингу, посмотреть соревнования по кроссфиту, поболеть за друзей, за знакомых. Привел своего человека помладше, тоже сказал выступить. Пока часть жителей нашего города следила за успехами спортсменов, другая половина наблюдала за тем, что происходит на главной сцене Центрального парка. В этот праздничный вечер всех актюбинцев поздравил аким города Ерхан Умаров и выразил им свою благодарность за активное участие в общественной жизни города. Хочу выразить благодарность жителям города, школьникам, студентам, работникам предприятий и организаций, принимавших активное участие духмечники по санитарной чистке и благоустройству нашего города. За это время в ходе субботников было убрано и вывезено на полигон тысячи тонн мусора. Посажены сотни деревьев. Конечно, еще немало предстоит сделать в сфере благоустройства. Чистота и красота нашего города зависит только от нас с вами. И забывать об этом никогда нельзя. На главной сцене прошло чествование активных граждан за достигнутые высокие результаты в профессиональной и общественной деятельностях. В праздничной программе выступили профессиональные и творческие коллективы города. Вместе с тем на сцене свое творчество продемонстрировали актюбинцы, которые сами изъявили желание поучаствовать в организации праздничного мероприятия. Среди них 8-летняя Мария Кудеева, которая подарила актюбинцам стихотворение о родном крае. Актюбинцам сикты калам минам. Курметеп сені, қадырлеп сені өтемін. Суында тасыңында орын ыстық не деген. Бақ мекен қалам өзінді мақтан етемін. Ақтөбе менің қос есет батыр мекені. Ерлігі бізге аңыз боп әлі жетеді. Сұрапыл сұғыз қайтара алмаған мүсілін. Ақтөбе менің әлия қызды мекені. Горожане смогли оценить и творчество талантливых актюбинских фотографов, которые организовали выставку «Фотосушка». Здесь были представлены яркие кадры, на котором запечатлен наш любимый город. Безусловно, наш родной Актубе с каждым годом преображается и расцветает. Хочется поздравить всех горожан с праздником, День города нашего замечательного. Город с каждым годом растет, цветет. Пахнет, процветает. Недавно приезжали мои друзья, которые уже давно не живут в нашем городе, были приятно удивлены, потому что действительно за последние, ну, наверное, 15 лет город очень изменился. Появились множественные какие-то центры, вообще озеленение и так далее. Но один парк наш чего стоит? У меня просто нету слов, видя такую красоту и такой масштаб за это время, что произошло с моим городом, в котором я много-много лет жила и родилась. Я очень счастлива, что вот в Казахстане такие глобальные изменения, что так у вас все хорошо. И это. Люди красивые, красиво одеты, магазины все заполнены, везде цветы, везде. И я желаю счастья этому городу и тем людям, которые здесь живут. Пусть наш город будет процветать, будет всегда большим и зеленым, красивым. Поздравляю нас, город, с этим великим праздником. Пускай наш город будет процветать и все будет очень красивым. В нашем городе живут очень мирные люди, и пускай они берегут этот город. Замечательный город, конечно, красивый, зеленый,
Парк очень красивый, нравится нам вообще в нашем Казахстане. Поздравляю наш город с таким праздником замечательным. Желаю, чтобы наш город всегда процветал, чтобы экономика всегда поднималась, чтобы в нашем городе сохранялось единство между народами, любви всем и мира. Хотела прочитать 4 стишня, которые я сочинила сама. Люблю я родину свою, родной мой Казахстан, тебя и Лек, и Каргала, где я купаюсь летом, твои просторы и поля, Актюбинск, гордость ты моя. Вот таким был 146-й день рождения нашего города. Радостные лица актюбинцев говорят о том, что они любят свой город и счастливы в нем. А завершилось праздничное мероприятие красочным фейерверком, который порадовал как взрослых, так и детей. На этом на сегодня все. Мы напоминаем, вы можете стать нашими соавторами, если будете предлагать живые и актуальные темы. Наши координаты на ваших экранах. Всего доброго и до свидания.